Эта песня была написана еще в 70-х годах Виталием. Он прочитал в журнале «Юность» стихи Раима Фархади. Мы многие знаем его стихи детские, но он узбекский поэт, член российско-узбекского писательского союза. Он очень такой знаменитый человек в Узбекистане, живет в Ташкенте. К сожалению, мы не смогли здесь, в Москве, вернее, нашли только одну книгу в библиотеке Раима Фархади. Больше нет. Но стихи его очень многие знают, и на плакатах печатались очень интересные детские и уже взрослые. Он, ладно, я о нем могу говорить долго. Единственное, что могу сказать, что в следующем году он обещал приехать в Москву. И вот если нам удастся его сюда привезти, я вот просто вот прошу земля. Да, у него будет презентация книги, которая выпущена, извините, и не в Узбекистане, и не в России, а в Америке. Так что вот если удастся его сюда привезти. А песня это 77 или 73-го? Стихи 73-го. И музыка тоже. Поет Виталий. Аисты. В город по весне однажды аисты прилетели, и почти над каждой крышей гнезда ветхие пустели. Март прошел, но и в апреле пустовали птичьи гнезда, то ли птицы заболели, то ли с курса сбили грозы. И в округе шумно стало, теснота автомобилей. Птицы белые устало в дымном небе покружили, устремляясь вдаль несмело май. Дышала зноем лето, и гнездо осиротело на верхушке минарета. В городе гремели свадьбы, ярко улицы пестрели. Отчего это узнать бы, аисты не прилетели. Только на исходе лета крик взметнулся среди улиц, повторяясь многократно, наши аисты вернулись.